Решил записать видео, как, собственно, это все работает, то есть как оно выглядит, это одно дело, другое дело, оно легко ли снимается. Так, собственно, давайте вот так вот, под эту руку. Вот так вот. Вверх и все. Ну, здесь понятно все. Так, вот здесь вот. Здесь это немножко сложнее, то есть нужно сначала разомкнуть, а потом уже снять. Здесь все в порядке. Здесь тут вот особенность такая, что пришлось из-за маленького отверстия откусывать шляпку. Точнее, даже не откусывать, а срезать гравером. Здесь вот дополнительно прикрутил, чтобы, ну, здесь вот еще не провисало. То есть здесь, собственно, оно как бы упирается, но здесь еще желательно. Вот поэтому здесь прикрутил. Так, здесь тоже понятно все. Так, здесь вот, здесь ошибся. Стоило здесь вот вкручивать. Ну, вот тут тоже ошибочка есть. Но, в принципе, вот здесь это все дело поправил. Так. Кстати, вот это не саморез, это спица. Ее обрезал кусачками и вбил молоточком. Так, вот с этим ключиком, да, что-то, о, вот так вот. То есть получается так вот, десяточку с этой стороны. А потом выдвигаешь. Ну, тут как бы тоже стоит шляпку, наверное, обрезать, чтобы проще было. Вот здесь вот профукал момент, потому что, ну, вот это утолщение, оно, получается, по нему саморез скатывается. И поэтому сделал как бы вот так вот, и оно вот так вот делало. Вот. Собственно, пришлось перекручивать немножко правее. Здесь получается обычная физика. То есть рычаг, оп, и все. То есть получается даже не физика, а техническая механика. То есть здесь упор и здесь упор. То есть упор противодействия вот так вот. Противодействие действию ключа. То есть ключ двигается туда, а это противодействует. И здесь, ну, получается, как бы так объяснить попроще, получается, здесь масса большая, и за счет того, что эта масса находится слева, она пытается сдвинуться вправо. То есть она пытается вот так вот сделать. Но мешается вот этот саморез. Ну, по сути своей, это физика обычная. Так. Вот так вот. Всё. Здесь приподнимаем, просовываем. Ну, тут получается шляпка как раз такого размера, что возможно. Так, вот здесь вот интересно получается, что, опять же, как в варианте с ключом, здесь упирается. То есть, оп, снял, оп, уперлась. Потому что масса двигается сюда, и если здесь упирается, то получается стремится повернуться вот влево, то есть как бы наклониться влево, за счет того, что упирается и сюда, и сюда. Так, ключик, оп, оп. Здесь пришлось саморезы другие вкручивать более длинные, потому что короткие они бы вообще никак не держали. Вот самое интересное, самое интересное. Думаете, вот так вот просто висит? Типа хоп и все. Нет, не просто. А вот так вот. Потому что вот здесь вот эти грани,
Ну, получается, как бы он проваливается, вот так вот заваливается этот ключ. И получается вот в этот угол, где пальцем сейчас показываю, и, собственно, в одну из выемок, которые уже на чашке вот этой. Оп, и все. И держится. Держится и тут, и вот тут держится. В самом основании. Тут ничего особенного нету, тут понятно все. Так, вот так вот. Так, собственно, вот ручка от двери, которую сделал под креплением скобы для гравера. Вот здесь вот, собственно, скоба и вешается. Ну, еще стоит сделать здесь удлинитель, тройник или не тройник. Ну, короче говоря, вывести розетки, чтобы возможно было отсюда прям со стола подключать граверы и вообще инструменты все, чтобы не лезть под велосипед вот туда к розетке. Так, ну, в общем, все тут. Съемник подшипников. Ну, он, в принципе, здесь не особо нужен. Вообще, он не особо нужен, потому что он большой.